Берем обыкновенную кока-колу, поливаем. Снять поближе, чтобы вот есть ржавчина. Ну да. Кока-колу продемонстрируй. Кока-кола. Вот она, кока-кола. Самая обычная, которая продается в каждом супермаркете. И сейчас проведем эксперимент. Результат налицо. Пейте, дети, кока-колу. Чаще. И вот сейчас конечный результат. Как видите, напиток многофункциональный. Помогает во всем. Пейте. Пейте и запивайте.